Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий, приветствую вас на канале «Сельская жизнь». Сегодня буду сеять перцы. Расскажу и покажу, какие сердца буду сеять, почему я их сею и как я буду сеять так, чтобы всходы были как можно быстрее. Сегодня середина февраля. Семена лучше сеять за 60-70 дней до высадки, но учитывая еще всходы, а всходы могут быть и до 2-3 недель, ну, я вам расскажу, как сделать так, чтобы было быстрее. Плюс учитывайте свои условия выращивания, потому что не у всех за 60-70 дней есть условия вырастить полноценную рассаду. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал «Сельская жизнь», обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать интересные и полезные видео. В комментариях пишите, когда вы сеете перец, посеяли вы уже на данный момент или еще не посеяли. Я показываю, какой перец буду сеять, а потом буду показывать, как я их буду и куда сеять. Значит, первый гибрид — это хаски. Это ранний гибрид, 50-50 дней до технической спелости с дня высадки рассады. Значит, это перец похож к тому, что вы видите на рынках, конический, желтый или там светло-зеленый, красный. Да? То есть в технической спелости он такой цвет слоновой кости, спелый — это будет красный конический перец. Это для того, чтобы был ранний урожай, да? Его можно также для фарширования использовать, ну и салаты, и просто есть. Значит, вес этого перчика до 180 грамм. Следующий гибрид — это Феррари. В этом году буду, кстати, сеять гибриды. Это профессиональные семена, потому что, как я увидел, что с профессиональных семян больше и лучше урожай, чем из обычных, которые продаются в магазинах. Значит, Феррари. Ну, как будет на практике, мы увидим, да, потому что вот эти гибриды я буду сеять в первый раз. Значит, Феррари 55-65 дней спелости и со дня высадки рассады до 200 грамм перчики. Значит, их особенность — это будет ярко-красный цвет. Дальше, Люмус — это желтый гибрид, это уже кубический, это также был конический перец Феррари, а Люмус — это будет кубический. Производитель Сингента, 60-63 дня, 250 грамм перчик весит. Следующий гибрид — Геркулес, это всем известный, профессиональные семена. Профессиональный гибрид, который используется в большинстве случаев в теплицах, ну, в хозяйствах, для того, чтобы потом продавать на рынках. Ну и в открытом грунте также. Значит, до 250 грамм перчины. 75 дней с дня высадки, кубический перец. И самый тяжелый и самый поздний с этих гибридов, которые буду сейчас сеять, это Вангард. До 90 дней после высадки рассады и 400 грамм, до 400 грамм вес перчинки. Вот такие перчики буду сеять сегодня. Куда сеять, показываю. Раньше сеял вот такие лоточки. Но лучше сеять, поскольку они сильно высокие, буду сеять в этом году в повыше лотки, рыночки, да, но лучше вообще в стаканчик, потому что перец не любит, чтобы его пикировали и пересаживали, да. Но стаканчику переваливать — это меньше вред для него, и он более легко переносит. Но поскольку мне нужно будет их перевозить в село, то я буду сеять так, чтобы было мне меньше объем перевоза. Значит, земля покупная, земля для рассады полезки. Очень обращайте внимание, чтобы была земля хорошая, да, потому что в прошлом году я купил, было видно или закислено, или что, перец не рос вообще. Да. Поэтому, если вы покупаете, то выбирайте хорошую, а нет, то делайте сами себя дома уже так, как нужно, к технологиям. Значит, насыпал я земли, как вы видите, насыпал неполную, пролил теплой водой. Сверху буду раскладывать семена, сейчас покажу как.
И потом присыплю еще землей. Поэтому насыпал не до конца. Плюс еще останется немного места для того, чтобы быстрее сходил перец. Я буду делать его в виде теплицы. Да, и чтобы был какой-то промежуток пространства кверху, пока будут сходить семена. Значит, раскладываю семена, потом показываю, как я это сделал. Упаковано. Значит, семена упакованы в полиэтиленовый пакетик, потом бумажный. Это профессиональные семена, которые идут в больших упаковках, были распакованы в маленькие от интернет-магазина семян. Разложил я семена перца. Видите, каждый перец гибрид имеет отличающиеся семена. Значит, самые крупные семена – это тот перец, который должен быть самый мельче. Хаски. Это обработанный Феррари. И это обработанный Вангард. Еще вот с краю посеял пару семян сорта Малиновое Сердце. 130 дней растет. И до 300 грамм должно быть. Увидим. Вот так, значит, я разложил семена. Сейчас присыпаю где-то приблизительно сантиметр, полтора сантиметра грунта. И поливаю. Сыпал семена грунтом. Где-то приблизительно полтора сантиметра. Как видите, есть значки, где какой гибрид разделен, и снизу подписано, какие гибриды, названия гибридов. Подписано сначала простым карандашом, потом перманентным маркером. Теперь все это обильненько поливаем. Поливаю теплой водой, где-то градусов 35, хотя можно и больше. Все это можно накрыть пищевой пленкой. Я буду ставить вот просто в мусорный пакет, заматывать. То есть делаем такую теплицу. И ставим в теплое место. Я буду ставить на теплый пол. Можно поставить на батарейку. Батарея имеется в виду, если, конечно, у вас они не кипят. Здесь есть земля, пока прогреется. То есть там не должно быть сильно жарко. Но я буду ставить на теплый пол. И буду ждать где-то в течение нескольких дней они начнут прорастать. Точно не помню сколько, но это были дни по сравнению с тем, если просто посеять без теплицы. Ну и ждем сходов. Если вы также сеете перцы, пишите в комментариях. Если по-другому, рассказывайте в комментариях, как вы это делаете. Если вам эта информация была полезна, ставьте лайк. И до встречи в следующих видео. Пока!